На часах около 12 к перрону подают поезд Брест-Барановичи. Пока пассажиры размещаются на местах, в составе уже начали свою работу правоохранители. Они не только проверяют подозрительных лиц, но и в очередной раз напоминают гражданам о том, почему важно бдительно следить за своими вещами. Главная причина преступления – это личная безопасность пассажиров в пути следования. То есть оставление телефонов, кошельков с деньгами, личное имущество без присмотра. Наши пассажиры оставляют личные вещи и уходят в другой состав или в туалет, оставляя даже вещи под присмотром незнакомых людей. И возвращаясь обратно, обычно этих вещей нет. В последнее время увеличилось количество краж, совершенных в поездах. Правоохранители даже вывели своего рода статистику. Пик хищения имущества зафиксирован в пятничные дни. Как правило, чаще крадут мобильные телефоны и планшеты. Реже, однако, и так бывает, велосипеды. За 6 месяцев на участке обслуживания произошел рост преступлений. То есть 22 преступлений прошлого года на сегодняшний день зарегистрировано 30 преступлений. Большее количество преступлений на участке обслуживания совершены. Это факты краж личного имущества в пути следования наших граждан. В очередной раз правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не оставлять вещи без присмотра, либо под присмотром неизвестных людей ни в поездах, ни на вокзальных помещениях, дабы не провоцировать печальное развитие событий. Беспечность и халатность в этом вопросе – залог неприятных последствий.